Ну что, друзья, мы сегодня с вами идем опять гулять в Зару. Посмотрите, какие красивые на витрине вещи. Интересные. Даже мужские интересные. И давайте посмотрим. Что у нас ждет внутри. Красная группа товарищей. Вы знаете, вот эта юбка. Помните, которую я примеряла розовую? Сейчас они появились. Красная с таким бордовым подолом. Все модные девушки, все блогеры, все те, кто показывают магазины, все ее примерили или купили, или розовую, или вот эту. Смотрите, какая красная, красно-белое платье. А вот она и розовая висит у входа. Почему? Потому что эти юбки превратились в совершенно хит сезона. Я видела, что все красотки инстаграмные и вообще ютубные, все их примеряли, все их покупали. Интересно, какой топс такой, знаете, как будто за $70, как будто бы сделан из такого хлопчатобумажного кружева. Так, нового в украшениях, по-моему, особенно ничего нету. Мы с вами недавно здесь были, и, по-моему, все это я вам показывала. Может быть, появились какие-то новые некоторые вещи, вот такие вот большие браслеты, по-моему, мы их уже рассматривали. Может, это и новое, не помню. К ним появились вот такие серьги. $27, 28 по факту. А вот такие серьги огромные, совершенно невероятно огромные, красивые, $29, блестящие. Но эта серьга, это размер с пол моей головы, серьезно. То есть как красивая вещь, как арт-объект. Но на себя ее надеть не знаю. Это мы, по-моему, видели манисту. Вот тоже ожерелье мы точно с вами видели. Вот эти новые серьги. Вы помните, у меня есть такое похожее колье. Я купила несколько лет назад в Заре, я вам показывала. Потом я к нему купила сережки в другом магазине, маленькие. Вот очень похожи на эти, только в 3 раза меньше. И они к этому колье даже больше подходят, потому что они по размеру лучше. И вот это вот новые блестящие браслеты за $29. Стразы. В общем, красота. Так, вон какие-то рыбки. Рыбка стеклянная, по-моему, и на стеклянной же таких бусах она приделана. Стоит она $40. Керамика написана, не стекло. Наверное, все-таки не стекло. А, написано, что и стекло, и керамика. Значит, 25% керамики и 20% стекла. Так что да, я вот только думаю, что из них рыбка керамическая, судя по всему. А вот здесь какие-то вот есть стеклянные бусины. Тут же рядом висит за $130. Посмотрите, какое интересное кимоно. Пальто-кимоно. Вышитое. Летнее такое пальто с вышивкой. Сейчас я проверю состав и расскажу вам. Похоже на натуральное, потому что подкладка похожа на хлопковую, а сам верх тоже похожа на хлопок. Как всегда, сильно изо всех сил постарались спрятать состав. Значит, 100% вискоза – это подкладка, а само 53 полиэстер, 25 вискоза, наверное, да. То есть выглядит очень натурально. На самом деле наполовину синтетика, но подкладка из вискозы. Ну, может быть, для того, чтобы оно так сильно не мялось. $130 оно стоит. Размеры, видите, какие? Экстра small. И medium large, то есть, в общем, такой, 2 размера охватывает, есть карманы, мне нравится очень, я люблю такие вещи. Так, здесь у нас интересные сумочки, плетеные сундучки, такие за $60. И вот интересное из шитья, это платье за 35 английских, сейчас посмотрю, сколько наших канадских стоит, 65 наших канадских долларов, представляете разницу, да? Такое оно клешное. Вот тут вот 3 пуговки. Расклешенное платье с поясом. Короткое, не длинное. По противному болотного цвета. Вообще много болотного, но это я пришла в такой отдел, где все болотное.
Вот еще какие-то новые. Или мы уже смотрели их, я уже не помню. Вот такие сережки, мне кажется, были в прошлый раз. Так, здесь пояса, украшения и какая-то одинокая шляпа висит. Интересно, смотрите, какой пояс с красивой очень пряжкой металлической. Сам он такой плетеный, сделан из какого-то, из чего-то прорезиненная какая-то сено-солома. Стоит он $35. Так, здесь такие плетеные кожаные за $65, потому что это кожа. С такой вот бляхой пряжкой красивой. Пластмассовая такая вставка. Мне проснулся ювелир. Так, давайте сдвинем шляпу, посмотрим, что еще здесь есть. Есть вот такие вот резиновые, тоже плетеные, тоже за 35. То есть вот не кожаный пояс стоит вот $35 у них. Вот с такой вот пластиковой красивой пряжкой. Бляма такая, бляха. Бляха в смысле бляшка. Пряжка. Вот такой пластиковая пряжка. Тоже такой из дерюшки пояс. За тоже 35, наверное, да. Ну и вот эти вот мы с вами видели. Очень красивое украшение, как маниста. Красные и бусы, и жемчужные бусы за $65. Значит, здесь пластик, стекло и металл. Значит, пластик, стекло и металл. Часть из них, видите, сделана из пластика, часть из них сделана из стекла. Возможно, что вот этот жемчуг сделан из стекла, а вот эти вот все бусины пластика. Ну, красиво. Браслетик такой летненький. Пластиковый за $35. Очень даже интересный на лето в отпуск. Вот такое кольцо на два пальца. Видите, какое интересное. За $27.90. Все цены, девочки, в канадских. Наших канадских долларов. Вот такие серьги, металл и пластик за $27.90. И металлические серьги в пару вот к этому вот кольцу. Видите, как подходит, за $12.95. А ну-ка, интересно, сколько их оценить. А по-нашему $28, а в евро $13. Вот так и живем мы в Канаде. Живем мы очень дорого у нас все, очень дорого мы живем. Ну, вы знаете же. Так, платьице, платье. Я стараюсь медленно, в прошлый раз меня ругали за то, что я очень быстро ношусь по залу. И очень вожу камеры. Давайте посмотрим еще новые украшения. Опять у нас жемчуга. Жемчуга. Вот, посмотрите, вот эти длинные, я вам уже показывала, крупные жемчуга. Вот такой чокер из жемчуга, по-моему, сделан из стекла, потому что он тяжелый, и $40 он стоит, и сделан из стекла, да. 80% стекло, а все остальное металл. Чокер красивый. Вот это вот совсем другое ощущение, потому что это, видимо, пластик. Вот такие парные бусы и бантик вот такой вот за 30-ку наших тубриков. И вот всякие вот такие сережки, посмотрите, точно прямо вот в комплект за 27, две пары серег. И есть вот такие вот золотые бантики и блестящие стразики под бриллианты. Под бриллианты в коробочке. Почем они? По 13 евро, значит, наши $27. Я уже как бы научилась делать перевод. Вот красиво какой костюм. По-моему, мы уже где-то его видели. Нет, красиво, смотрите, $100 жакет. Вот такой вот жакет, и к нему брюки. В общем, с таким же рисунком брюки. Красивая. Может быть, по мере возьму, а может, зависит от того, что найду. В общем, очередные платья платья-халаты за $90 с вот такого типа. Я примеряла синее шитье, но оно другое, оно намного дешевле. Я примеряла платья более дорогие. Кстати, у него, видите, какая подкладочка коротенькая, только
только на пол юбки. Мне, кстати, кто-то писал про это платье, что оно очень неудачное. Вот именно мне кажется, что про это, вот с этой вот пряжкой, что оно как-то или плохо сделано, или плохо шито, я не помню. Мне кто-то написал в комментариях, что оно какое-то не очень удачное. Так, что у нас тут еще? А, ну тут бантики. Бантики розы. Так, ну что, девочки. Там вон еще украшения, но, по-моему, их мы уже видели. Так, здесь тоже ремни. В основном вот такие вот резиновые. Резиновые с пряжкой. Вот этот красивый, интересный ремень. Вот такие серьги, как серебряные, только есть в золоте. Вот такие вот есть. Очень интересные формы. Украшения красивые, конечно. Вот такие кулоны на веревке ракушка за 30-ку. Золото. И к ним же вот есть сережки. 28. Ну, прям комплект, смотрите, видите? Комплект. И еще вот такие вот серьги, прям очень большие, но тоже золото, тоже по 28 долларов. Они все у нас, видите, немножко похожи на эти, но отличаются. Так, еще вам немножко украшений. Вот такая вот птичка на веревочке. Какая же она классная. Из чего же она сделана? Давайте посмотрим. Значит, пластик, металл и полиэстер. Значит, видимо... Веревочка сделана из полиэстера, но она даже и не похожа на кожаную. И вот такая пластмассовая птичка. Очень прикольное украшение. И вот такие вот бусы. Тоже, видимо, пластик. Сделаны тоже на какой-то веревочке. Они так вот застегиваются за 40 долларов. А, да, пластиковые. Но посмотрите, какие они прикольные. Потрясающе такого серо-зеленого цвета. Очень классные. Супер. Так. Очередные блестки, платье в пайетках, 130 долларов. Пайетки нас не покидают, девочки. Такое впечатление, что у нас постоянный какой-то Новый год в магазинах. Ну, в Заре, во всяком случае, вышитая блузка. Так, платье под леопарда, под тигра. Это сейчас прям хит сезона, прям хит. 80 долларов оно стоит. Сделано из какой-то такой типа вискозы. Вот обычное совершенно прямое платье. Абсолютно длинное прямое платье. И вот здесь вот много леопардов. Леопардов много. Всякие платья под леопарда. Вот такое вот какое-то. И вот такие вот. В общем, леопардов много. Вот это интересное мы не видели с вами. Смотрите, какие парные сережки. Вернее, не парные сережки, жемчужина и ракушка. Какие прикольные. Класс. Голубой костюм. Вот к этой сумке я шла. Мне было интересно на нее полюбоваться. За 50 долларов вот такой вот мешочек с вышивкой. Прикольно, да? И вот эти вот из Mother of Pearl, это перламутровые сумки. Вот такая вот плетеная корзиночка с ручками из бисера. И вот такой фасончик. Сумка и ручки из бисера. Вот этот костюм, кстати, который висит на витрине. Блуза и брюки к нему. Очень классно. Мне прямо он очень нравится. И вот это платье, но оно без шлеек, без бретелек. Мне оно не подойдет, и оно совершенно все прозрачное. Почем оно, кстати? Давайте посмотрим. За дешевое 56 долларов. Ну, видите, оно такое молодежное, я бы сказала. А, нет, у него есть там подкладка какая-то коротенькая. Вот джинсовое платье симпатичное, но вот эти вот оборочки, это, конечно, немножко для 80 долларов. Не совсем для взрослых тетенек. А вот этот костюм мне прям понравился. Может, возьму и примерить, если посмотрим, если размер найду. Вот очень модное в нынешнем сезоне. И вообще уже много сезонов. Модное. Это называется кроше. Ну, в общем, такие вязаные, типа крючком. Кофты. Я еще видела, есть такая вот сбоку тут с большим таким цветком. А, почем они? Почем они у нас? По 80 долларов. Черно-бежево, такой молочный. Есть вот такое платье за 99 долларов, тоже все сшито из таких треугольников, прозрачное. А на веб-сайте я видела их на модели, оно, ну, имеется в виду пляжное, типа на купальник, или вот такое коротенькое, тоже типа как будто бы на купальник. Но вы знаете, если у вас есть какое-то под платье или подкладка нижняя, которую вы можете надеть вниз, то вполне его можно носить и как платье. Особенно вот то вот длинное, оно прям красивое, оно прям мне нравится. Из таких...
красивых робах, если даже надеть какое-нибудь контрастное такое нижнее платье вниз, то будет даже прикольно. У меня сейчас нету ничего такого, поэтому я его примерять не буду. И тут у нас опять шитье. Белое платье. Шитье, в общем, все вот такое вот летнее, сарафанчики. Все, девочки, буду я собирать, что я буду примерять. Ну и краткое содержание того, что будет в следующей серии. Примерки будут в следующей серии, чтобы видео не получилось очень длинным. Я надеюсь, что вам понравилось, было интересно. И увидимся в следующем видео на примерках совсем скоро. С вами была Дита из Канады. Всех люблю, целую. Всем пока, бай-бай.